вашому дому. Сьогодні по народному календарю православних християн праздник День Казанської ікони. По церковному календарю православна церква сьогодні чтить пам'ять явлення ікони Пресвятої Богородиці в ограді Казані, великомученика Прокопія, праведного Прокопія Христа ради Юродивого Устюжского чудотворца, праведного Прокопія Устянського, празднується собор преподобних отцов Псково-Печерських, священномученика Федора Распопова и Николая Брянцева, празднуется икона Божьей Матери, Благовещение Устюжское, Казанская Московская, Казанская Казанский список, Казанская Петербургский список, Казанская Ярославская, Казанская Вязниковская, Тамбовская и иных. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей мир иной.